Всем доброе утро, как ваши дела? У меня все хорошо. Решила записать снова влог, потому что у меня много интересных событий. Конечно, YouTube меняет жизнь людей. Думала, что у блогеров столько возможностей, я даже не знала тогда, что я блогер, если честно. Я просто думала, что я девочка, которая разговаривает на камеру, выкладывает свои видео в YouTube и имеет свой просто канал. Но со временем я поняла, что я блогер. Теперь я понимаю, что я еще и СМИ, потому что меня часто куда-нибудь приглашаю для того, чтобы я осветила события. В том числе и сегодня я иду в очень красивое место. Там, по-моему, будет завтрак. Покушать я люблю. Подарки. Я сейчас буду готовиться к мероприятию и буду депилировать свои ноги. И потому что уже пора. Хочу вам показать, мне сегодня доставили крутые чехлы. Когда-то давным-давно мне предложили выбрать на одном сайте Эндорфон чехлы, ну, в подарок. Типа вы блогер, вы, короче, выберите их на сайте и покажите их в видео просто. Собственно, что я и сделала, потому что у нас в Алмате на 6 плюс на телефон вообще нет чехлов. Я не знаю почему, но все понакупали себе обычные шестерки. Сейчас все об этом жалеют, бегают, покупают себе теперь большие. Я же вас предупреждала, помните? И чехлов не найти в Алмате на 6+. И нормальных, по крайней мере, которые мне нравятся. И вот когда они мне предложили, то я, конечно же, согласилась. Почему бы и нет, они мне нужны. Качественные чехлы, матовые. Вот, и надпись я сама выбирала. Там можно все что угодно нанести на панель. Вот я сделала себе один вот такой чехол. Затем я выбрала, это был уже готовый, типа золотые блестки. Затем я себя люблю, да. Я свою фотографию приделала. А, этот был уже готовый. Это я мужу выбрала на Sony Z2, да, вот, Experience. Флаг Америки. Выбрала готовую вот эту розовую чуму. И Женя Гейн, черненький. Нарядилась, надела на себя желтенькую тунику. Очень она классно смотрится, с джинсами рваными, с каблуками. Сейчас покажу. И меня пригласили в Вилла Бутик энд Ресторан, который находится по Аль-Фараби. Сегодня там будет пресс-конференция, завтрак и всякие приятные моменты. В общем, я для вас поснимаю. Поэтому мы надеемся, что вы поможете нам популяризации места, и на самом деле это место достойно для того, чтобы о нем рассказали лучшие, а вы являетесь лучшими в своей профессии и представляете лучшие здания. Здесь размещается два ресторана и данный клуб. И сделать шопинг и променад на нашей территории более приватным, более уютный, какие-то такие моменты, которые позволяют расслабиться человеку и получить удовольствие. Бьюти-салон, спа. Всем доброе утро, я сегодня иду на мастер-класс по приготовлению хинкали в грузинский ресторан Дориджани. Они часто проводят мастер-класс по приготовлению различных грузинских блюд, очень интересных. Вот я вот впервые, посещаю такого рода мероприятия. Я безумно хочу научиться готовить хинкали, потому что мне они очень нравятся, очень. 50 грамм соль, там 5 литров воды, 50 грамм соль и варить. Когда начнет кипеть, бросаешь хинкали, мешаешь. Только деревянный сетчик. С
Всем приветик. Сегодня я еду на наращивание ресниц. Коррекцию я делать не буду, потому что я думаю, это как-то неправильно. Лучше один раз снять и потом заново делать. После первого наращивания прошел практически месяц, и ресницы, посмотрите, как выглядят. В принципе, в нормальном состоянии, я бы могла их недельку еще походить, просто немного их пришлось бы подкрашивать тушью, а так очень клево. Вот, и сегодня я буду их полностью снимать и заново делать. Забежала в магазин, хотела купить что-нибудь себе перекусить, потому что не обедала. И так трудно всегда забегать в магазин и смотреть что-то такое, знаете, полезное, низкокалорийное. Ну и при том еще должно быть это вкусно. Ну, на такой, именно для перекуса. И вот нашла такие штучки льняные крекеры. Я на семя, я никогда не пробовала семя льна. Помните, его как-то рекламировали очень-очень сильно. Одно время девчонки его употребляли. Я вот сейчас попробую. Вот так они выглядят. Ну, знаете, это выглядит как будто бы корм для попугаев. Интересно, какие... они с луком еще? А, ну вкусные. Очень даже съедобные. Надо заехать в аптеку и купить себе это семя. Без лука, без ничего. Семя льна очень полезно кушать, потому что оно содержит большое количество омега-3. И там еще чего-то. Не знаю, почитайте в интернете. Вот они мои реснички. В этот раз мы сделали изгиб побольше. Но и взгляд более открытый такой получился.